очень долгих недель. Ничего, кроме доступа в интернет. Два месяца в заперти и жизнь только на экране. Так называется. У меня там много камер разных есть, и квадрокоптеров, и тому подобное. Я, то есть, балуюсь этим. И тут сам Тимур Бекмамбетов, какие фильмы он снимает, сейчас в Голливуде работает. И вот выходит у него фильм «Хардкор», тоже довольно-таки интересно снят. И вот, собственно, поэтому я думал, может быть, он меня как-нибудь заметит где-то как-то и возьмет к себе там начинающие какие-нибудь, скажем так. Еду им приносят специально обученный человек, но обед нужно заслужить. У каждого участника есть рейтинг, и зарабатывается он путем выполнения различных заданий, причем порой совершенно неадекватных, на что только люди не готовы ради главного приза – квартиры в Москве. Первый день уже были задания, которые как-то унижали, например, или 10 минут изображал половой акт там с вздохами, ахами и тому подобное. Я не знаю, читал новости. Масса людей, все-таки есть какая-то своя жизнь, там работа, хобби, увлечение, семья, вот. А те, у кого пока, да, чего-то из этого не хватает списка, либо отношений не хватает, либо работа не устраивает, либо что-то не устраивает, они, в общем, являются такими ярыми поклонниками. Пока Андрей в рейтинге на первом месте, но, по его словам, в Москву он переезжать не собирается, так как любит свой город. Что ж, пожелаем нашему земляку удачи. Далее наш эфир продолжают социальные сети. Ну а если и вы хотите прославиться на весь город, тогда вам точно стоит посмотреть эту рубрику. Артур Кортес расскажет, как это сделать. А бодрого вам времени суток, дорогие друзья! Вы хотите шуток? Их есть у меня, да еще и в придачу со свежим материалом.